Я видео снимаю, и надо, чтобы камеры все время работали. Если не работает, они начинают умирать. Поэтому я просто снимаю первый ковер, второй, третий, этот. Это вот сейчас две камеры уже умерли. Что-то они... А? Разрядились? Но они разрядились, они почему-то не хотят. Одна, правда, я уезжал уже была. Сломались? Ну, вот это как ноутбук, не работает полгода, он начинает уже глючить, начинает. Надо его это взять и... Так, сейчас, девочки, через пару минут. Так. Значит, я так.
Этот вечер снова ждет тебя. Парень, я свой песню кушаю. Это он украл у нас с тобой. Знаешь, что у вас там? А где поезд мой? Опять украли. Дома? Кто синий поезд дал? Я. Сюда давай. Не синий. Эй, где поезд мой? Не да. Блин. Я там. Поезд где? А если вас попросить нас стиснять? Осторожно там, да. Да, иди с теми носки. Иди с ними носочки. Ну что, сам ходить не умеешь? Он стесняется. Артём! Да. Ко мне, ну пой. Не-не-не-не-не-не-не. Мальчики тоже. Мальчик сюда. Так, не все мальчики уехали. Бабушки уехали. Правочки. А, давай. А, правочки, да, положи мне это. И следующий раз. Да и сейчас можете. Сейчас. Хорошо, да. Подравняли. Так, хочу видеть, кто у меня здесь присутствует. Что ты знаешь? Хорошо, опять беру. За пирожками в столовой, да? Так, бача. Девочка, это я его брат. Это должен быть. Да. Сашка, да? Все нормально, да? Все нормально. А смотрите, можете. Красавчик. Так, а у вас что там написано? Зюзик. А ваши дети? Это же не было. Да, мама. Ну что, одевает? Красиво. Подари кому-нибудь. Скажите фамилия, имя, номер или номер, чтобы я запоминал. Ты справку принес? Нет. Мама нет. Так, Артём запомнил. Славу я знаю. Так, это у нас вылетело. Жасмина. Ага. Yes. Адельина, надо запомнить. Михаилу помню. Андрею тоже помню. Очень хорошо помню. Андрея. Справочка. Так. Олеся. Ну, Вику. Вика. Вика. Так. Это мой тренер. Первый, второй тренер. Третий тренер, я четвертый тренер. Значит так, вы, пацаны, еще раз, начинаем вместе, потом мы разделяем вас, пока все устаканится, все. Я знаю, что у вас бывает 6 уроков. Да, если 6 уроков, вы заканчиваете без 10-2.
и вы не сможете за 10 минут прибежать, это. Значит, те, кто, у кого 6 уроков, шасы, лекции, значит, 14:10-15. Да, потому что там уйти, что-то одно, другое, но старайтесь. Так, вопросы есть? Значит, смотрите, не дай Боже их заденет. Не дай Боже. Бегайте аккуратно, без всяких кувырков. Смотрите за ними, и все будет нормально. Алинея, треп, ре, направо, бегом марш. 5 кружочков. Осторожно, тренера, все. Видишь, как она назад, назад пришел. Да. Вот так, да.
Так. Сейчас вот это, что там такое? Разминаемся хорошо, пацаны. Места вам не хватает? Что, первый раз пришли все на тренировку, да? Пошли, пошли. Петя, пошли, что самый крутой? Пошли, пошли. Да, сейчас мы сделаем по-другому. Переходишь сюда. Девочки, сюда. Вон туда, всю группу. Эй, пацаны, вот здесь разобрали. Вот здесь. Вот тут. Машина разогревается. Денис, разогревает. Все, что делает Денис, делайте вы. Кто не делает, я убью. Пошли, пошли, пошли. Да. У них вторник, среда, четверг. 2 часа. Поэтому вы, наверное, будете 3 часов. У вас тренировка 3 часов. Давай. Иди сюда, иди сюда. Смотри, вон там. Пошли. Иди, распинай здесь. Вот ты тоже. Пошли. Мам, давай, распинай. Пошли. Хорошо, разминаемся. Сейчас броски будем делать. Так, Руслана, на колени размять, стопы размять, повороты. Сидя, повороты справа, влево. Надо будет полноценную палку брать на неделю и потом обратно. Хорошо. Аккуратно. 2 минуты еще, потом. Потом, да. Умение падать.
идешь с арбузом, спотыкнулась, упала, арбуз разбился. Нет, надо сделать страховку, пойти дальше с арбузом. Итак, страховка назад. Пошли, я считаю, мы делаем. Пошли, вон он. Стой. Патру. Сейчас будем делать. Чистки. Пошли. Самый...
проповедь не как правильно? Мини группа. Следующий мы стали по парам. Стали по парам. Быстрее иду. Коля, где этот мой? Иди сюда, что ты стесняешься? К нему? Петру. Так, к нему. С кем? Не надо его. Нет, хорошо. Саша. Так, бросок, что ты стоишь? Вот сюда. Вы, он дольфей, боец. А и сюда, туда, сели. Да, куда? Коля, здесь. Вот два маска ваши. Дальше, кто у нас? Андрей, иди сюда. Вот эти два мата ваши. Вы здесь. Вот эти два мата ваши. Чуть-чуть сюда. Вот эти два маша. Вот там. Так, значит, сейчас бросок. Все снимает. Три камеры вас снимают. И родители, да, потом. Значит, сейчас бросок через бедро. Бросок и на инки. Вперед. По три броска. И меняемся. Каджуме. Пошли. Бабушку. Кидайте только дедушку. Бабушку делайте. Нет, ребята. Как это можно сказать? Руки не так.